Всем привет, дорогие друзья, случайный зритель, а также подписчики канала Johnny Puppet. Мы с вами наконец-то добрались до игры SnowRunner. И сегодня мы продолжим играть в нее. Хочу добить, сейчас вкратце расскажу, что буду делать. Хочу добить сегодня Black River. Осталось мне тут 3 задания, ну, грубо говоря, 5, но 3 я из них не буду делать, которые делаются на скорость. Ну, по крайней мере, не в этом летсплее. Вот. А потом уже отправимся на дамбу. Как-то так. Окей. Давайте возьмем наш Нави Стар, который здесь стоит. И в прошлом видосике я такую вещь сделал. Я взял Нави Стар, его продал, купил Пацифик. Оказывается, Пацифик мне вообще не понравился. Нави Стар топовый, потому что он маленькая база. И, в принципе, технические характеристики мне устраивают этого Нави Стара. В общем, бомбически, офигенно. Даже немножко тюнингнул. Ну, в плане того, что внешку повесил. Лебедочку поставил. Вроде бы. Просто давно не играл, ребят, уже подзабыл. Вроде бы как-то так. Да, вот видите, горят диодные огни, шноркель стоит. В общем, все как надо, бомбически. Пацифик, к сожалению. Ну, по крайней мере, в этой игре что-то... Я думал, он вытащит. Не, конечно, он мощный. Он его мощности нету сравнения. Он валит, он тащит большие... грузы. Я как-то видел ролик реального Пацифика. Он тянул где-то вез лес где-то, наверное, прицепов раз, два, три, четыре. Четыре прицепа, ребят, четыре прицепа. Сюда встать не могу, потому что, ну, этот кадр, потому что, ну, я не монтирую в офлайне. Вот, как-то так. И поэтому... короче, Пацифик... Хорошая машина, хорошая. Но, к сожалению, она только для прямой дороги. По прямой она, конечно, мощная, валит как надо. А вот грязюшка. Это все, это не то пальто. Окей. Сегодня мы будем с вами делать такую вещь, которая называется... Сейчас, давайте лебедка сделаем, а то так будем до утра его тащить. О, да, круто. Топово, да? Не, ну он сейчас выпрямится. Сейчас мы его поправим. Вот, типа... Нет, не туда, подожди. Сейчас, оп. Оп. 50 тысяч раз нажать на кнопочки. Сейчас он встанет, ребят. Нормально. Чтобы он встал, нужно с той стороны его подтолкнуть. Вот как-то... Вот таким вот образом. Тихо, ручник. И... Подожди, отпустись. Возьмись. Вот сюда за это колесо возьмем. Подтянем. Опа. Ну ты красава. Красава. Стой. Отлично, встал. Так. А сегодня мы попробуем сделать такую вещь, как достать 4 контейнера... И перевести их в одно место. На склад, соответственно. Сейчас, ребят, тут... Господи, ты что ты быстро так все делаешь-то? Присоедини прицеп. Отлично, все. Теперь можем валить. Убираем с ручника. Вот, как-то так. Вот здесь вот... Кстати, я сейчас могу пересесть в Chevrolet. Я вам покажу. Я ездил на разведку. Вот здесь вот 2 груза валяется. Их нужно будет подобрать и зацепить. Давайте, наверное, сразу уберем, потому что, чтобы он нам не мешался. Так, полный привод. Подожди, полный привод. Включайся, отлично. Уберем его отсюда вообще, чтобы он реально не мешался, потому что здесь будем крутить, выкручивать. Ну, если что, потом передвинем. Так, ручничок. Нам нужно взять вот этих 2 груза. По дороге захватить вот этих 2 груза. И отвезти все, ребята, вот сюда. Жесть, да? Ну, чё ж, будем делать. Будем делать, будем пробовать, как говорится. Окей. Топливо 7,7. Я забыл заправиться. Обалденно! Ну, я думаю, нам хватит. Вообще, я опять буду сейчас восхвалять и радоваться то, что я взял Нави Стар, несмотря на то, что у него нету дифференциала, и несмотря на то, что он дымит прям в лицо. Ну да ладно, вот так можно сбоку ездить. Это же круто, ребят, да?
Да круто, бомбически. В игре я далеко не ушел, я не тороплюсь. Я потихонечку играю. Получаю от этого, как я говорил неоднократно, удовольствие. Господи, нам ехать, ой-ой-ой, удовольствие. Ты сейчас будешь ехать 2 часа в это удовольствие. Неспешно, получаю процесс, получаю удовольственный процесс, занимаюсь удовольственным процессом, вот это вот погружение, выгружение, можно сесть за руль даже и покатать от первого лица. Так. Я бы, конечно, знаете что, несомненно бы сделал такую вещь. Дело в том, что у меня есть руль. Руль. Энзо Феррари, по-моему, что ли? Конечно. Не, он идет у нас без коробки передач. То есть коробки нет. Она, соответственно, кнопочки на руле. То есть руль, педали, все как надо. Но руль, в принципе, такой нормальный. Вот на нем бы я бы покатал в SnowRunner, вот ради интереса. Потому что здесь поворот руля сделан как раз под плавное вращение, скажем так. Допустим, сейчас я смотрю, как ехать нам. Я предполагаю, можно поехать вот так вот по прямой, да? Потому что тут выкрутался этим. Ладно, поехали по прямой. Видите, как он как бы вращает его плавно. Медленно. И поэтому для руля самое то. Вот. Ага, поехал я, да? Ну, мы же топчики, мы сейчас попадем. Ну, я думаю, ребята, ничего страшного здесь не случится. Никаких казусов, смешных, курьезных ситуаций не случится. Все банально. Что там? Нормально. Не стоит печалиться, ребят. Мы почти вон, видите, проехали. Мы подъехали. Сейчас будем думать, как сделать. Так, открепить прицеп. Не покатится? Стой. Отлично, не покатился. Дело в том, что я хочу здесь замутить такую вещь. Надо попробовать, сможет ли он с краном двигаться. Конечно, я не хочу. О, тихо. Главное, чтобы ты далеко не укатился. Стой! Лебедку пора доставать. Стой! Год, что за управление? Пока мышкой прицелишься. Ну, хотя, в принципе... Иди сюда. А, вот так. Думаю, что она не катится. Иди сюда. Сюда катись. Господи, ты боже мой. О, ребят, это, ну реально, я нубяра, вот согласитесь. Ладно. Сейчас мы будем... О, господи, что я хотел сделать? Я хотел сделать, просто его поставить сюда, съездить на кране. Я не хотел туда заезжать на этом прицепе, чтобы там столько возни будет, потом ни хрена развернешься. Привезти его, сесть за руль, потихонечку перевести сюда. И сюда его сложить. Вот так вот 4 раза сделать. Ну, 2 раза сделать, и все. Но пошло что-то все не по плану. Ну, благо, у меня тут есть рядышком Навистар. Мы сейчас это... Все починим. Так. Ну, я надеюсь, что мы починим. Стой. Оп. Все. Тут же управление какое, ребят? Сделано для хер пойми кого. О, тяжелый, да, какой грузон? Да. Мощности, к сожалению, нам не хватит. Фак. Мощности нам, к сожалению, не хватит. Ну, будем пробовать со всех сторон. Нет, не хочет. Ну, конечно, он тяжелый, ребят. Я просто уверен, что это нереально вытащить его. Фак! А так хорошо все начиналось, да? Мне сейчас ехать, ребят, самое ЖЖЖ. Не, ну мы можем, конечно... Эх, ребят,
Как бы я бы ни старался его отсюда вытащить, не хочет он, не вылазит он. Ладно. Придется делать эвакуацию, чё ж. Я заметил такую вещь, когда... начинаешь говорить свой план действий, он начинает не срабатывать. Это меня совсем печалит. Так, ребят, ну, как вы можете видеть, я уже почти вернулся, уже почти тут обустроился. Я думаю, здесь груз закрепится. Сдаем назад потихонечку. Назад, говорю, а не вперед. И пытаемся. Знаете, чего не хватает? Чтобы вот эта лебедка, которая прицеплена, вот этот вот, болталась по инерции. Она не болтается. Или болтается? Нет, она не, вообще не болтается. Она, ну, текстурка прилипшая. Так, окей. Так. Отлично. И пытаемся с вами опять будем работать на кране. Так, окей. Выдвинуть опоры. Ну, в принципе, он не перевернется. Можно и без опор сделать это. Окей. Кран пошел в дело. Так, вперед, закрепить, отлично, выходим, подождите, выходим, ага, включить лебедку, здесь видите, непонятно, лебедка она как, по идее, она спереди, здесь мы почему-то мы можем так ее автоматически поворачивать, ну да ладно, находясь в режиме крана, так, убрать опоры. Да, он не перевернется. Груз-то маленький, в принципе. И потихонечку попытаемся выехать. Надеюсь, наш план сработает. Так. Должен же план наш сработать. Ручничок. Наш план в любом случае сработает. Мы же топ. Опору нужно будет выставлять вот здесь вот потихоньку. И когда будем грузить этот наш груз, чтобы кран не перевернулся. Тихо, тихо, родной. Давай вот повернем влево, чтобы ты не перевернулся. Оп, все, теперь. В, выдвинуть. Опоры. Окей. Режим крана. И погнали. Вращаем нашу стрелу. Должно, по идее, хватить. Ну, не круто же, а? Так, подождите. Ага. Это мы стрелу поднимаем. Окей. Офигенски, да? Мне нравится, ребят, я получаю удовольствие от этого происходящего момента. А самое забавное, ребят, то, что звук не был включен. Ладно. Так, давайте режим крана и потихонечку спустим этот груз уже. Так, вперед. Вращать. Да, процесс, конечно, не быстрый. Я не думаю, на этом грузе можно. Ну, вернее, на этом прицепе можно перевозить вот такие грузы. Так. Все. Опустить. Отлично. Вот, ребята, еще сделать вот таких вот две ходки. Ну, и вот эту ходку. Господи, закрепить, открепить. Все, открепили. Ну, можно тут сразу, чтобы время не тратить, а сделать вот так вот. Выдвинуть опоры и поехать. Также задним ходом. Потихонечку. Ну, топливо нас жрет, кушает при
в этой манипуляции очень сильно. Я имею в виду лебедка, она, в смысле, кран. О-хо-хо-хо-хо. Главное, чтобы не перевернулись мы. Проехать там и проедем, ребят. Вот. Я боюсь все-таки за то, чтобы мы не перевернулись. Еще раз повторюсь. Так. Вот представляете, если бы я сюда заехал бы на том, с тем прицепом. Сюда можно было взять какой-нибудь фристар. Но это придется по два раза ездить. Но мы посмотрим. Может быть и на этот прицеп вообще ничего не загрузится. Ты будешь поворачиваться? Стрела, ты что, ленивая? А, и стрела еще не... ограничен поворот у стрелы. Ладно. А-а-а, тихо, тихо, родной. Я зря столько ехал, что ли? А-а-а, фак, не туда, не туда, не туда, не туда. Пошли вон, я вас всех шатал. Нет, оно должно поворачиваться, вращаться. Что-то какой-то хрен происходит. Давайте опоры поставим. Режим крана. Ну реально, оно должно вращаться в ту сторону. Потому что это же не видно, бред, правильно? А, вот оно что. Как работает. Понятно. Так. Прицепим. И было бы хорошо, знаете, что еще? Так, поднять, поднять, поднять. И задвинуть, чтобы нам было легче ехать. Прям вот так вот. Сделать ее. Вот. Вот так вот. И можно даже сейчас... Подождите, ребят, не... Лебедка. Ага, поднимаем, все. Окей. Теперь можем мы убирать это... Убирать опоры? Господи ты, боже мой, ну как неудобно, ну... Все, опору убрали, погнали. Надеюсь, мы заедем. На дыбы встанем или перевернемся? Вот это, я думаю, больше всего меня беспокоит. Да-да-да-да-да, родной, ты должен заехать. Заедет, конечно. На места вообще можешь грузоны? Плюс у него резина стоит вездеходная. Он должен заехать, даже если мы сейчас врубим пониженную. Он просто обязан влететь. Может быть и нет. Да не, заедет, ребят. Сейчас мы... Вращаем колесики. Хорошо, хорошо. Давай возьмем разгон, так уж и быть. Надеюсь, мы не перевернемся. То летсплей опять затянется. Я хотел сегодня еще на фристаре поехать. Там надо отвезти металл. Давай, родной, давай, давай, давай. Газу, газу, газу. Да ну ты брось. Я не могу основную лебедку воспользоваться, потому что на ней у меня зацеплен якобы груз вот этот вот. Бред какой-то. Есть одна спереди якобы лебедка, но, говорю, ей нельзя пользоваться. Значит, объедем эту грязь. А, ёперный театр! Ну надо ж было, грёбаная фигня! По идее, знаете, что надо было сделать? А, по идее, когда мы начали переворачиваться, нужно было груз сделать в противоположную сторону, чтобы было равновесие. Ну да, после кулаками драки... После кулаками драки не машут. После драки кулаками не машут, типа того. Я буду грустить. Ну, ребят, ну что за хрень, вы же видели? Ну. И все, его уже никак не поднять, только если другим краном. Но другого крана нет, и смысл его покупать, чтобы вести поднимать эту машину. По-моему, быстрее приехать будет на этой же машине обратно сюда. Фак. Я немного огорчен. Я к чему говорю? Давайте, наверное, сейчас переключимся, ребят. Переключимся, наверное, на другую карту.
Так, и... Наверное, вот это, на чем мы сегодня остановились, сделаем уже в следующем летсплее. А сегодня мы на Флитстаре все-таки довезем. Надеюсь, до карьера сейчас-то мы довезем нормальный груз. Потому что... Ну, что за бред? Да, мой косячок. Решил я поехать под углом. Эх, печально. Это как лотерея, знаете. Упадет, не упадет. Но, тем не менее, попытались... Можно, есть, конечно, ребят, способ попроще. Попроще есть способ, это понятно. Но вы пишите в комментариях, мне будет интересно вас, ваше мнение послушать, может, какое. Как, что вы бы сделали на этом месте, мне просто интересно. Ну, у меня, как вариант, вот, надо было сделать противовес поставить. Соответственно, чтобы вот, когда он кренится, да, вот в эту сторону, чтобы он не перевернулся до конца, груз, чтобы свисал в эту сторону. И тогда груз будет давить, и машина будет более-менее ровно держаться. Ну, блин. Ладно. Мы все равно вытащим. И кто ж знал, что на этой грязи... Да бред. Ну, это понятно, что тут половина... Это все неправда. То, что симулятор с симулятором, это понятно. Вот этот вот, что мы там перевозим? Мы там перевозили какие-то запчасти, ну, то есть они не тяжелые. Они не могли так, так накренить на Вистар этот грузон, который в 10 раз больше весит, чем груз, который мы везем. Но, опять же, смотря опять как рассуждать, если угол наклона был сильный, что дало перевернуть этот... на Вистар, то, возможно, и действительно груз оказался тяжелее. То есть, я имею в виду под тем углом, который был на Вистар, это как бы он становится легче. Ну, типа он становится легче. То есть, легче его перевернуть за счет того, что машина наклонена. Короче. Ну, его упаню. Но мне понравилось, ребят. Мне понравилось. Кстати, мост я здесь починил. Флитстар у меня топовый, прокачанный, офигительный, бомбический. Здесь прицеп валяется, я как-то тут мост чинил на УАЗике. Вот этот вот прицеп я свез сюда на УАЗике. Он не предназначен для УАЗика, а взял его где-то вот... Не здесь, а где-то в другом месте. Другой поворот будет такой. Почему? Потому что он стоял уже там с двумя досками, а мост вот здесь он был, да, вот там. А для ремонта этого моста нужно было... Ахаха. Так, нам в карьер надо, окей. Для ремонта этого моста нужно было две деревяшки. А самый элементарный способ их привести, это вот надо было подобрать прицеп. Кроме как УАЗика сюда ни на чем не мог проехать, соответственно. Потому что нам мешал мост, который был недостроенный. Вот. Такс. Давайте оценим ситуацию получше. Флитстар вообще офигенный, бомбический, мне нравится. Внешка не прокачана, конечно, денег просто нет. А так, технические характеристики, более-менее колеса стоят, высокая подвеска. Ну, конечно, не прям все топово. Слушай, а где тут съезд? Ага, мы можем вот здесь вот съехать, да? Или это не съезд? Ну, мы сейчас отвезем этот груз. Блин, ну мне понравилось. Мне вообще SnowRunner нравится, вообще вот из таких симуляторов. Именно грузовичков мне нравится. Еще бы был бы какой-нибудь симулятор экскаваторщика, знаете. Было бы тоже интересно поиграть. Есть что-то подобное Gold Rush. Типа симулятор золотодобытчика. Как вариант, я бы в него поиграл. Возможно, я поиграю разочек, выпущу летсплей по нему. И посмотрю, будет ли мне в него интересно играть. А еще я бы поиграл в симулятор фермы. Конечно, да, это понятно. Симулятор фермы. Хаос Флиппер, симулятор вора, драг симулятор. Короче, все эти симуляторы, они однообразны тем, что там процесс один и тот же. Просто чего-то становится больше, чего-то меньше. Да-да, еще ты перевернись, мне еще не хватало тебя, чтобы ты тут перевернулся. Нет, ты-то не перевернешься, ты меня грузон всегда меня спасал. Вот на этот грузон можно поставить кран. Вот этот маленький, погрузочный. Можно было поехать на нем. Сюда можно платформу и кран. Поместить сюда как раз две запчасти.
Ну, это, видите, нужно было две ходки сделать. Но я хочу, чтобы было интересно. А сам себе... Здесь же можно самому себе ставить задачи какие-то. Усложнять процесс игровой. Бороться с тем, что справишься ли ты или нет. Но... Как вы могли видеть, я ни хрена не справился. О! Слушайте, ну, сюда поместится вот такой же прицеп, как и там. Раз... 2, 3, 4. Ну да, сюда 4 запчасти тебе прицепятся. Так, управление грузом. Забирай свой заказ, гребаный. Отлично. Все, сделали. Машина стала легче. А это куда надо? Отвезти, может быть, куда? Так. Строительная платформа. Это все заблокировано. Понятно, это все заблокировано. Буровая, что с ней? Металлические рейки. Господи, ты, боже мой. Нужно их забрать здесь. Доставить на буровую площадку в Black River. А нельзя мне металлические рейки, ребята, взять не здесь, а там же есть Black River. Металлические рейки. Я, кстати, вот эти рейки, знаете, которые сейчас были на Флистаре, я их вез с Black River. Для чего? Для того, чтобы здесь вот не грузиться. Здесь вот не грузиться и отвозить вот сюда через это все, вот это. А просто загрузить их на Black River. Как-то так. Странно, ну ладно. Возможно, мы попробуем его сделать. Тогда у нас есть обычные задания. За рекой. Но, ребят, давайте, наверное, это сделаем уже в следующей серии. Летсплей, потому что выходит слишком... Либо мне не хватает места, либо... Короче, давайте это. Вернемся на карту. Так. Эвакуация. Да. Выходит то, что... Либо места не хватает, потому что тут процесс-то не очень быстрый. Зато мы можем тюнингнуть что-нибудь. Да, вот двигатель у меня стоит мощный. Вот подвеску я бы высоко открыл. Но ее нету. Шины стоят у меня вот эти вот. У D2 такие более грязевые, вездеходные. Ой, внедорожные, видите? Почему не у D3? Мне не нравится рисунок, который здесь. Он для, скажем так... Вот эти трактора, они лучше для больших кусков грязи. Несмотря на то, что здесь одинаковые параметры написаны. В грязи хорошо, вот этих три. Но вот именно вот рисунок здесь более грязевой. А, лебедка удлиненная средняя, нафиг ты нужна. Подключаемая, запасное колесо, шнорхель. С глухой насадкой. Ну, это чисто внешка. Ну, давайте поставим сюда шнорхель. Чисто так, ради интереса. Полный привод у нас и так стоит. Модули кузова. Вот, что я и говорил, что мне нравится. Можно погрузочный кран сюда замутить. И не заниматься ахинеей, которой занимался сегодня я. Ну я же не могу, я же хочу топово. Тут, там вообще какой-то трэш. Кто поедет на таком низкопрофильном прицепе, еще... С подъемником для автомобилей. Да, это же... Ладно, мы там посмотрим, ребят. Маячок, давайте маячок лупанем сюда. Это же Флистар топовый. Вау, какой серийный. Давайте вот этот хоть подставим. Купить, да. Сейчас тюнингнем чуть-чуть. Защита кабины. Клаксон, козырек. Изогнутый козырек. Ну, по мне так, что боковая ступенька? Я бы не знаю, нужна она, нет. Обидно, что только одну детальку можно повесить. Давайте поставим, так уж и быть, козырек, выхлопные трубы. Ого, красиво будет. Ну, я думаю, ребят, мы на этом... Кингараж. Мы на этом закончим. А, потому что... Где утро? Почему все время ночь? У меня здесь также шоссейник стоит, я его еще до сих пор не убрал отсюда. Вот он, видите? Я вообще не знаю, зачем он здесь нужен. Шоссейных трасс-то и нет. Для коллекции, что ли? Не знаю. Ой, маячок работает. Вау! Круто, мне нравится. Жду, когда возьмешь за большие тяжелые леса. Какие-нибудь металлические трубы огроменные, вот такие, чтобы вот так вот на весь грузон разместить. Вот, ладно, ребят, если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео, я буду вам весьма благодарен,
Также, если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. И жмите колокольчик, потому что уведомления приходят, хрен пойми как. А вебка у меня тем более ужасная. Пол лица тут, пол лица там. Как-то так. Все, я убежал, ребята. Увидимся уже в следующем видосике. Всем пока-пока.